и начали обсуждать тему, которая на сегодняшний день как бы важна для города, что мы являемся отправной точкой, которая может явиться для действительно парка современной скульптуры. Мы походили по этому месту, и вот у нас родился один общий проект, где мы втроем делаем одну общую работу. Мы живем на земле царских скифов. И были скифы-кочевники, были скифы-пахари, а вот здесь скифы, которые, царские, мне кажется, это особая значимость. Наша земля имеет определенную историю. Эта история известна нам. Поэтому мы такой акцент сделали на скифии. Сейчас какая-то очень серьезная связь Грузия и Украина в такое необычное время, в таком экстриме. Я думаю, это тоже немаловажный фактор, который повлиял на приглашение. У нас даже среди скульпторов, которые должны были быть участники, отдали предпочтение, чтобы эти ребята появились.